Ну что, продолжаем. Сейчас мы в этой серии должны будем с вами найти вот этот вот герб, да, кубик, чтобы сюда вставить. И сюда надо будет что-то вставить. Насколько я понял. Ладно, из записки я понял, что за нами сейчас тут опять будут бегать эти охотиться. И нам нужно будет с вами 14.04. Часы 14.04. Ага. Может быть, может быть. Так, не, вставай. Так, 14.04. Так. 14. Раз, два, три, четыре. Ну. Так, раз, два, три, четыре. Ну, и что? Ну, 14.04. Что не так? Ну вот, 14, 2 часа. Раз, два, три, четыре. Может, я ничего не понимаю. Раз, два, три, четыре. Что не так? Что не так? Где посмотреть? А, 11.04. Все, 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 все. Все, 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 все. 11.04. Хорошо. Это я что-то. Чё-то я, да. Ну, хорошо. Так, 11. Раз, два, три, четыре. Бум-бум. 7-7, откройся. Есть. Где-то я уже видела такие часы. Да-да-да. Где-то я тоже их уже видела. Здорово, здорово. А где твой друг? Так. Медленно. Спокойно. Стой. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 девочка, девочка, давай, давай, давай. Отстань! Все, до побачення. Блин, как же что-то стрёмно. Как же что-то стрёмно. А я не помню, где часики наши. По-моему... По-моему, где-то здесь, да? А где часики наши? Где наши часики? Я не помню. Не тут разве? А ну, давай, ребят, заходим. Главное не оборачиваться. Согласен. Не, реально, это стрёмно. Ничего не вижу. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Честно, не помню, где часики. Не помню, где часики, не помню, где часики. По-моему, здесь, да? Или нет? Нет, не здесь. Ладно, давайте заманим их на второй этаж.
Ребятки. Ребятулечки, ребятулечки. Так. Где наши часики? Кто помнит? Кто мне подскажет? Рычаг, это понятно. Рычаг, это понятно. Торговец, это не то. Донде стали библиотеки? Блин, ну я ж помню, что где-то здесь были. Ладно, собрались. Собрались. Они нам ничего не сделают. Злые бабайки нам ничего не сделают. Бонжур. Я тут. Слышь, ребята, ли вы не помните, где часики здесь были, не? Ага, ага. Ловушка, ловушка, ребят, ловушка. Так. Угу, не подходит. Не подходит. Подходит. Ой, флакон духов, ребят. Здесь флакон духов был, а он нам не нужен, так как нам нужны часики. А здесь часиков нету, здесь только лифт. Здесь только лифт. Где часы вторые? Ну, я же и помню, они где-то были здесь. Но явно ж не сюда, правильно? Да, явно не сюда. Ой-о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 й
своим другом сюда подойти. Давай, мой хороший, давай. Смотри, как старается. Все, умничка. А тебя нельзя никак ударить, не? Жалко. Во-во-во. Чип и Дейл спешат на помощь. Бенджер. Все, отлично. Теперь давайте смотреть, где могут быть тут часы. Ну, явно не здесь, да? Да, не здесь. Все, 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 все. Блин, это реально не смешно. Это реально не смешно. У-у-у-у. 11.04. Наконец-то. Раз, два, три, четыре. Бум. Шикарно, мы такие-то сделали. Отворяй ворота. Отворяй ворота. А потом куда нам? По-моему, наверх, да? Обратно надо будет спуститься. Подняться. Спуститься, подняться наверх. Так, здесь тоже, да, наверное, сейчас эти штуки будут. А что мы ищем? Я уже забыл. Какой же стрёмный звук, не поверите. Сейчас сижу, играю в наушниках. У меня громкость... Где-то процентов на... Давай, на 40 громче, чем у вас в ушах.
Донде стали библиотека. Ты чего? Слава богу. Задолбали. Ой, не говори. Они сейчас сверху, да, наверное, прыгнут на нас. Невероятно задолбали. Так, хорошо, давай смотреть. Что тут нужно делать? Ага, нужно искать штуки, которые мы сейчас будем вставлять, да? Наверное, за нами сейчас будут бегать рыцари. Ага, вот змея. Ага. Понял, нам нужно по очереди, короче, эти штуки дергать. Так, кто тут идет? Орел. Идет орел. Потом кто еще идет? Так, орел, козель, дракон, змея. Орел, козель, дракон, змея. Кто это? Орел? Козель, дракон, змея. Козель. Где козель? Козель. Дракон, змея. А как мне пройти, мужчины? Так, где дракон? Дракон. Так, а где дракон? Вот дракон, да? Дракон сзади них. Стрёмно. Все хорошо. А теперь малыха уносим ноги. Хорошо. Бонжур. Ага. Шикарно. Здесь они тоже, да, есть? Так, сохранялка пошла. Чё-то мне это не нравится. Что нужно делать? Ага, нужно поставить сюда свет, забрать эту штуку. Эти сейчас монстры живут. Проверяй, смотри. Да? По-любому сейчас поставлю. Ладно, давайте поменяем. Не знаю, одинаково, не одинаково. Сейчас забрать. По-любому же живут, по-любому. Давай. Ну? Сим, откройся. Так, луна, звездочка. И что нужно делать? Что нужно делать мне здесь, а? Блин, а. Бесите меня. Так, а тут на этих штуках написано, да? Кружочек, звездочка. Во! Все, нужно просто их переставить. Так, полумесяц. И тут полумесяц.
Тогда можешь поменять их местами просто. Звездочку сюда. О, а полумесяц сюда. Правильно? Не, неправильно. Во, теперь правильно. Шикарно. Теперь забираем. Дай свет, пожалуйста. Дай свет, пожалуйста. Нет, я что-то чувствую, что они за нами сейчас побегут. Так, фамильный герб. Хорошо. Нет, нет, не гасните. Ой, нет. Опять? Жесть. Ой, не-не-не-не-не-не-не, все-все-все-все-все-все. До побачення, до побачення. Ой, жесть какая. Зато мы изумрудик нашли. Так, присесть. А теперь Ах, по-быстрому. Стойте смирно. Уносим ноги, да? Правильно я понимаю? Все. Все, уносим ноги, уносим ноги. На-н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 а. Шикарно. Самое интересное, тут, по-моему, еще есть рыцари, да? Все, просто, просто быстро. Ё-моё! Дай, пожалуйста, свет мне. Дай, 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 дай. До побачення. Все-все-все-все-все-все, уходим, малышка, малышка, уходим. Только куда уходим, я уже забыл. Сюда, да? Сюда, да? Так, не помню, не помню, не помню, куда идти. Где мы? Я заблудился. Я заблудился, я ничего не вижу, честно. Да, мы в тупике, да? То есть, ребята, я вижу точно то же самое, что и вы. То есть, ровным счетом ничего. Да, я в тупике. И что делать? Что делать? Блин. Так, что мне нужно? Мне нужно рычаг назад, назад. И тут где-то должна быть дверь. Или что я пропустил? Я просто вообще ничего не вижу. Так. Мне нужно вот сюда, да? Да. А только дверка не открывается, в чем прикол? Смотри. И что? Ну не, ну это реально не прикольно. Это типа сюда надо что-то поставить, или что? Все, не бойся, все хорошо. Не бойся, все хорошо. Блин, но я отдаляюсь. Я ухожу вообще сюда куда-то. Как мне вернуться? Ага, то есть сюда и вот, вот сюда, да? И здесь нужно будет пройти или нет? Или да, или кто?
Так, ну смотри, вот дверь. Вот дверь. Вот мы. Если я сейчас сюда и пройду, библиотеку здесь будет закрыто, да? Ой, без понятия. Ладно, давайте. Давайте смотреть. Ой-о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 й
Почему ничего не видно? Может, что-то упускаю? Почему я не могу открыть дверь? Почему у тебя нету лампочки? Так. Мы с вами бегаем кругами. С вами бегаем кругами. Хорошо, прямо налево, направо, налево. Так, налево. Так, хорошо. Интересно, он нас видит или нет? Интересно, он нас видит или не видит? Ага. Он нас видит, ребят. Ладно, ладно. Ладно. Хорошо. Начинается. Давно у меня такого не было. Ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте пусть спустится, и мы с вами пробегим. Давай, 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 давай. Давай, давай, мой хороший, давай, моя бабайка. Но я явно вниз не поеду, правильно ж? Давай, 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 нападай. Дай пройти. Молодец. Козьёль. Мистер Козьёль. Прямо и направо. Прямо и направо. Сюда? Нет, пропустил, да? Направо сюда, походу. Так, пожалуйста, пусть это будет то, что мне надо. Пусть это будет то, что мне надо. Правильно же я иду? Вроде бы, как бы... Как бы да, но как бы и нет, наверное, да? Ку-ку. Ку-ку. Так, а где я? Ну да, тут закрыто, аж вы видите, ребят. Тут реально закрыто. Что мне делать? Как мне вернуться назад? Вот в такие моменты мне хочется реально закончить игру и сказать спасибо, пожалуйста. До побачення. Уи, за нами бегут. Т.
Так, а здесь вообще ничего не вижу. Я вообще ничего не вижу. Я здесь, а. Мы опять вернулись туда, куда мы... Куда мы вернулись. Да, мы опять вернулись туда, куда мы вернулись. Блин, ну если я на лифт сейчас опять побегу вот сюда вот. Ну это ж явно это будет не то. Нельзя никак подсветить мне, типа, сказать, Арчи, нам нужно не сюда, нам нужно другое место. Так, я уже упираюсь во все стены. Вот дверка эта, которую мне нужно открыть. Почему я не могу ее открыть? Что мне нужно сделать? Алло. Игра, ну пожалуйста. Ну, я не хочу 40 минут. Я не хочу 40 минут просто бегать. Ну, там же лифт был. Там же был гребаный лифт, который я не могу пройти. Ладно. Ладно. Давайте думать, куда его идти. А что думать? Я без понятия, куда его идти. Честно, я без понятия, куда его идти. Бонжур. Бонжур, бонжур, бонжур. Я сейчас обратно иду к твоим друзьям, да? Да, я обратно иду к твоим друзьям. Присядь, пожалуйста. Так, наверх, хорошо. Ага. Еще чуть-чуть. Значит, мы пошли, почти пришли, да? Во! Хорошо, хорошо. Леон! Эшли, живая? Да. Сейчас я тебя вытащу. Спустишься? Я поймаю. Да, попробую. Серьезно, мы ключ искали, а не рычаг, чтобы дернуть? Эшли! Жесть. Серьезно? Сколько еще будет похищать ее? Так, глава завершена. Сколько мы с вами бегали? 28 минут я бегал, искал. Ладно. Давайте дальше продолжать. Давайте смотреть. Крица, давайте смотреть, что нас ждет. Что у тебя с янтарем? Прости, пока нет. Но мой помощник устроил очень много шума. Уверена, все будет в порядке. Ты, главное, держи свою псину на привязи. Он славный мальчик. Послушный. Ладно, оставь пса. Но не жалуйся, если он тебя покусает. Ада?
Допустим, что нет. Тогда слушай. В тронном зале назревает что-то серьезное. Трудно быть нянькой, да? Эй, Ада! Ада! Да, трудно быть нянькой. Голова 10. Хорошо, куда нам идти? Нам прямо... Прямо и вот сюда, да? Или никуда нам идти? Где наш тронный зал? Ладно. Глава 10. Так, место добавилось новое. Да, карта обновлена. Так, хорошо, давай. Мы тебя поставим вот сюда. Да. Все, правильно иду? Нет, неправильно иду. Нам нужно сейчас вернуться и сюда и пройти. Это походу вот сюда, если не ошибаюсь. Так, ящик с духами. Коробка с карандашами. С большими ушами. Так, кто в курсе, кто с большими ушами? Можете, как говорится, лайкануть. Ты издеваешься? Серьезно? У нас 3 патрона. Согласен. Не добавить, не отбавить. Угу. И мы собрали писеты с вами. Классно. Вместо патронов мы собрали писеты. Закрыто, дай угадаю. Сюда? Да. Все. Один патрон. Одна патрошка у нас с вами. Как же они меня бесят, эти монстры. Так, кто это? Это спрей. Это спрей, хорошо. Так. Нам туда нужно, правильно я понимаю? У нас там будет финальный файтинг. Хорошо, давайте смотреть, как это сделать. Чё это? Июль. С 52 года после моего пробуждения господин Рамон доверил мне... Поистине благоугодное. Чего? Поистине благоугодное. А, благоугодное дело исправить изъяны нашего человечества. Я с радостью посвящу всю жизнь. Окей, crazy man. Так, сохранение. Это мне не нравится. Но она сейчас тут она будет нападать, да, наверное? По-любому сейчас на нас будет нападать. Так, давайте смотреть, пока у нас есть времечко. Сможем ли мы что-то скрафтить? Патроны на ППшку сможем. Хорошо. Нехорошо. Так, здесь мы больше ничего, да, не можем? Да, больше ничего не можем. Блин, могли поставить бы какой-то ящик с боеприпасами? Да? Скажите, было бы классно. Идешь, у тебя такой по ящик с боеприпасами. Правильно понимаешь, что нам нужно будет сейчас пройти через какого-то босса. Ого, Рамон, сюда бы дезинсекторов позвать. Жесть. Ё-моё, сколько вас здесь. Один есть. Так, стоять, стопе. Они еще прячутся. Понимаешь, они еще прячутся. Это как фильм был. Старенький, кто помнит? Короче,
насекомые как-то мутировали и смогли копировать тело человека. Они там похищали. В это, как и у подземки. Не помню, как называется, но прикольненькое. Они могли сделать из крыльев, типа, лицо человека. Ну, наподобие лица человека. Блин, надо будет найти, пересмотреть. Только не говори, что оно вниз. Честно, не помню, как киношка называется, но я реально бы ее пересмотрел бы. Мне сюда. Ну да. Только как? Только как это сделать? Как попасть в тронный зал? Ага, у нас ручная граната появилась, это хорошо. Ручная граната, это всегда хорошо. Неужели мне на второй этаж? Ладно, давайте подниматься, в принципе, другого варианта я здесь... Я здесь не вижу. Бонжур. Левиоса. Так, забрать. Все. Писеты дали. Это что у нас? Это у нас рычаг. Ага. Да ладно, неужели? Не надо даже не искать никакие рычаги и ничего не нужно делать? Ну, и чё не открыли? А чё не открылось? Алло, погоди, чё не открылось? Так, либо я что-то не понял. Но оно что-то открывало же, или нет, или не тут открылось. Ладно, давайте заново смотреть. Давай смотреть заново. Так, проверяем, смотри. Ага, ну все открылось. А почему там закрыто? Что за бред? Чё за бред? Бадум. Бук-бик бадабум. Так, Леон, думай. Думай, куда нам? Почему там закрыто? Почему? Ну, ты ж открывался или нет, или что, или... Я понять не могу. Или не то открылось. Откуда я вообще пришел? Откуда я вообще пришел? И стоит ли мне туда идти? Нет, мне нужно назад. А как это сделать? Так, а ну, кто понял, пишите, как говорится, мне в комментариях, что я делаю не так. Пишите в комментариях, что я делаю не так. Don't shoot me, please. Can't touch me. Can't touch me. Я сказал, can't touch me.
что ж. Думаешь, все? Вроде да. Вроде да. Ладно, идем. Идем смотреть. А как же ты меня бесишь. Да нормально, рыцарь. Принцесса оказалась весьма умной. Должен сказать, что доставила немало хлопот. Так, где еще один? Где еще висюлька? Алло, чё ты не опускаешься? Чё она не опускается? Что не так с тобой, игра? Почему ты не опускаешься? Вот почему. Значит, желтой краской они мне покрасили стенку, типа... Давай, Арчи, не тупи. Стреляй вон туда. А в темноте дорогу не могли показать. Класс. Теперь их двое. Ля-ля-ля-ля-ля. О, росомаха. Ребят, я про свой шанс. Я про свой шанс. Куда она побежала? Но. Но. Пожалуйста, нет. Пожалуйста, нет, я так долго сюда и шел. Все, это конечное, да? Это, походу, конечное. Походу, конечно, я. Дай пройти, пожалуйста. Как же ж мне стрёмно. Все, у меня все по нулям. У меня 6 патронов осталось. 6 патронов осталось у нас. Я не знаю, что делать, все. Я гранатомет пустую выпустил. Да, ребят. Все. Что мне делать ему? Что мне ему делать? Да блин. Ooh.
все, 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 ребят. Все, ребят, по сравнению с Росомахой. Вы просто, как говорится, дети. Так, я что-то с вами нашел. Что сам. Шо... Ага, вот что я нашел. Хорошо. Блин. Как же оно быстро все заканчивается. Как тут потрошки быстро заканчиваются. Не, если бы я стрелял бы нормально. За гранатомета. То все было попроще, немножко полегче. А у меня патронов нету. А у меня реально нету патронов. Эшли! Леон, стой! Нет, не подходи ближе! Что с тобой? Берегись! Да-да, продолжайте. Нет! Не противься, милая. Так ты лишь усугубляешь свои страдания. Прошу, прошу. Больной ублюдок. Жесть, она сейчас превратится, да? Акинос деспидимос. Акуна матата. Прикольненько. Маловероятно, конечно, но прикольненько. Держись, Эшли. Я иду к тебе. Какой раз уже? Третий? Эта женщина не может, чтобы мне попадать в неприятности, да, я так понимаю? Ну и куда нам идти? Так, хорошо, давай смотреть. Дополнительная цель. Угу, угу. Понял, куда-то сюда, да, нам надо будет выйти. Ладно, идем. У нас всего 10 патрошков, держу в курсе. Испустил дух? Не, просто отдыхает, лежит. Так, хорошо. Идемте дальше смотреть. Ну, по-любому сейчас кто-то будет. Ну, не может быть такого, чтобы я просто так прошел без приключений. Так, сзади у нас ничего, даже ни одного потрошка. Так, здесь черепушки, ага. Что это? Мне тоже интересно, что это и хватит ли мне его 10 патронов засадить всего лишь и... Или не хватит? Ладно, ладно, зато у нас 7 болтов есть. Зато, если что, у нас есть 7 болтов. Так, куда нам? Куда нам идти? Ага, вот куда. По-любому рыба-мутант какой-то, да? Так, мистер Бабайка. Мистер Бабайка, давай, дружище, давай.
все. Хорошо. Так, как мне отсюда выйти? Ничего не вижу. Можно было еще темнее сделать. Нам нужно больше темноты. Вот. Лестница, наконец-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все-все-все-все-все. Так, нам куда? Вниз, да? Не дай угадаю, тут кто-то тоже плавает. Так, куда нам? Нам нам направо или налево, да? Налево вот сюда выйти, наверное. И сюда мы тут выйдем. Нам налево. Ладно, давайте налево. Давайте смотреть. Я представляю, какой тут вонизм. Реально, какой же тут вонизм, я представляю, что... Песеты. Хорошо, шикарно. 5 штучек. Черный окунь. Угу, прикольненько. Не, рыбку это я люблю, конечно, покушать, но... Явно не с этой речки. Так, вы не думайте, что я хожу и... Так медленно и наслаждаюсь красотой этого всего. Просто я реально ничего не вижу, не хочу пропустить нужный нам поворот. Вот. Шикарно. Так, что это? Еще один помер. Сколько времени прошло с тех пор, как меня здесь заперли. Жалкие крохи, которые нам выдали тогда, уже давно... Съедено. Да ладно, все, смотри, какие тут букашки летают. На большие еды не дают. Окей, окей. Ну и ладно, ну и ладно. Диета никому никогда еще не мешала. Так что не наговаривай. Так, что нам нужно делать? Бом. Нам нужно было разбить... Камушки. Так, где торговец? Я извиняюсь. Можно мне, пожалуйста, торговца? Я знаю, что мы не можем не... Ага, понятно, мы тоже превращаемся. Что ж такое? Я знаю, что мы не можем купить ему патроны, но хотя бы пару базук, пару гранат, может. Да хоть что-нибудь. Так, дом достала библиотеки. Кто тут есть? Так, песеты, песеты. Травушка на аптечку. Патрушков и нету. А вот и торговец, да? Я угадал. По-моему, да. У меня есть новинки, чужак. Тебе понравится. Да? А у тебя патроны не появились, торговец? Скажи, пожалуйста. Привет. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Да, давай смотреть. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Запасаешься, пока можешь? Так, материалы, разумно. Да. Больше не меньше. Так, давайте наделаем себе патрошков. Так, разные боеприпасы. Во, патроны для дробовика. Шикарно. Все, больше не могу. Это все. Разное, что это такое? Болты, стрелы, стрелы, болты, не могу, травы. Упс. Привет. Есть кое-что новое, чужак.
У тебя пороха нету случайно? Так, увеличение у кейса, да. У меня большой объем. Этого тебе точно должно хватить. Блин, а ты не мог порох мне продать, не? Что ладно, это, давай смотреть. Давай смотреть, что такое рыбка. Рыбка. Что мы можем? Один из видов больших окуней. Вкусно и питательно. Восстанавливает здоровье. Ага, все понял. Бумс. И в любое время. Привет. Не мне судить, да, конечно, шикарно. Но порой воевать куда интереснее, когда все находятся в равных условиях. Так, улучшить. Ножик починить. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Починить. Тут полностью все прокачано, да? Да. Чем еще? Ты только там не убейся. Ну все, вроде бы все, что могли, мы с вами и купили, и прокачали. Так, нужно будет сейчас кое-что посмотреть. Посмотреть нужно будет, что у нас по поводу с вами... Так, разное, понятно. Так, 25, 40, 10. Отлично. Так, пятерочка, где наша пятерочка? Вот наша пятерочка. Давайте зарядим. Все, и предлагаю на этом серию закончить. В следующей серии уже пойдем смотреть и освобождать. Так что все. Леон говорит всем мур-мур. Ставьте лайкосики, не забывайте. И всем пока-пока.